Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, что у меня есть. Вот такой сегодня у меня... Я получила такой неожиданный, прекрасный подарок. Неожиданный, потому что я его действительно не ожидала. А прекрасный, потому что... Ну, кто смотрит мой канал, знает, что у меня на канале есть сериал «Слонов много не бывает», что у меня целая коллекция слонов, я их очень люблю. И вот сегодня я получила вот такой замечательный подарок. И прислала его Галина из Финляндии. Это уже не первые слоны из Финляндии. Это вот очередной от нее подарок. Вот такая коробочка. Сейчас я его, коробочку эту открою и покажу, как этот выглядит без нее. Ну вот я вытащила из коробки. Я думала, что вот только основы, на ней прикреплены слоны. Ну так это в коробке смотрелось. Ну, смотрите, тут даже фон сделан. Смотрите, какой замечательный. Ну Галя, прям Галя, она меня каждый раз удивляет и радует. Огромное спасибо, Галечка, тебе за таких замечательных слоников. И вот настолько переполняет вот такие вот позитивные, хорошие эмоции, что я вот сегодня решила, скажем так, внеочередное такое видео про слонов снять и показать именно вот этот подарок. Ну, до чего же хорош, вот такая семья слонов. Так, таких у меня точно нету. Я и не видела, то есть даже нигде не видела таких слонов. Посмотрите, какие они замечательные. Тут и мама, и малыш, и папа тут. То есть все такие замечательные. Еще раз, Галина, Галечка, спасибо тебе огромное за таких слоников. Так что, когда я открою свой музей слонов, прям будет, наверное, уже к тому времени будет целый стеллаж, где будут стоять слоны от Гали из Финляндии. Вот, так что вот решила я вот так поделиться с вами своими эмоциями. И еще раз большое спасибо Гале. А вы помните, слонов много не бывает. Всем пока-пока!